два человека погибли, 11 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии в Южно-Казахстанской области. Среди пострадавших трое детей, девочки 10 и 3 лет, а также 11-месячный мальчик. 8 человек сейчас находятся в реанимации. Инцидент произошел на трассе Алматы-Ташкент. Столкнулись две автомашины Opel и Nexia. По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу. Он и его пассажир погибли на месте. Из Шымкента по линии санавиации к нам сразу же прибыли три специалиста. Хирург, нейрохирург и травматолог. Были проведены серьезные операции на головном мозге, желудке и в брюшной полости. В них нуждались двое пострадавших, в том числе и 10-летняя девочка. Помощь была оказана своевременно, благодаря чему состояние всех участников ДТП стабилизируется.